Всем здорово, я снова на проекте Smatra Rage на тестовом сервере, и мне Саня выдал вот такие вот автомобили. Один из них я сегодня затещу, который меня больше всего интересует. Это, скорее всего, либо вот эта Ламба, потому что мне она прям понравилась, как выглядит. Кстати, на персонажа не обращайте внимания, Саня сказал то, что на тестовый сервер сейчас зальет мне этот фикс. Ferrari FXXK, в принципе, тоже вообще прикольно выглядит, я аж прям очень сильно был удивлен. И Ferrari Roma, не знаю. Но Ferrari на самом деле мне не очень прям сильно нравится. Скорее всего, мне Саня их выдал, кстати, уже за тюнинами. Скорее всего, уже на чипе. Скорее всего, уже на полном... Нет. Да. Нет. Ну, слушайте, наверное, это все-таки будет Ламба. Не знаю, Ламба что-то... Первый раз в жизни, кстати, ее вообще вижу, и она мне сразу понравилась. Короче, да, видос-то вообще не об этом. Так, отключу, короче, этот решейд. Ну, не, видос об этом, но к этому вернемся чуть попозже. Для начала хочу рассказать одну забавную, интересную историю. Как Саня все-таки решил меня послушать с Эдиком, хотя эту идею я предлагал невероятно давно. Расскажу, что из этой идеи выйдет дальше. Это я про бесплатную випку. Но бесплатная випка, то, что да, вы сейчас можете отыграть 8 часов на сервере и получить себе бесплатную випку. Хоть АПКшите, хоть играйте, делайте что хотите, хоть, короче, после рестарта поставьте минимальные настройки, поставьте себе вот так вот в ENB 1 FPS, и ваш компьютер вообще не будет, короче, от этого напрягаться, и на ночь можете комп оставлять таким образом, да, фармить випку. Ну и за то, что, разумеется, играете. Разумеется, это рассчитано было на тех, кто играет. Но я эту идею предлагал больше, чем год назад, но, короче, я, скорее всего, не мог просто ее нормально объяснить Сане и Эдику, что я хочу сделать и зачем я хочу сделать. Вообще, я, кстати, випку не хотел раздавать. Это, опять же, вот эта вот херня. Из крайности в крайность. То разрабы вообще ничего не хотят раздавать, то випку раздают там раз в 3 месяца на сутки, то там 100 доната раздают раз в полгода, а тут вдруг решили раздать випку абсолютно всем навсегда. Просто типа, чё, зачем? Я говорю, из крайности в крайность. Просто странно очень это выглядит. Ну ладно, что есть, то есть. Еще давно я Сане предлагал идею прикольную. Во-первых, кстати, да, вот этот вот спин бесплатный Казика. Это тоже была моя идея. Саня просто взял, согласился раздать обычный вот этот вот спин людям, с которого каждый лутает по 500 000. И каждый день его можно крутить. Люди как бы обрадовались, я охуел, потому что опять и ничего не раздавали, а тут как бы на, держи бесплатный спин. Моя идея была какая? Добавить еще один спин, но спин с каким-нибудь, короче, с каким-нибудь кейсиком. Например, вы отыгрываете там 7 часов, 7,5, 8, не знаю, и просто можете крутануть кейсик, в котором также будут и всякие удочки, и золотые слитки, и деньги, и донат. Ну и главный приз, разумеется, это какая-нибудь крутая тачка. Но тачку, разумеется, будет лутать вообще абсолютно не каждый. Она там будет выпадать очень редко, но как бы шанс есть. И я как бы объяснял, рассказывал Сане то, что можно добавить эту вот идею. Но, видимо, объяснял не до конца хорошо. И Саня с Эдиком, оказывается, эту идею-то и дорабатывали. То есть, опять же говорю, вот эта вот випка, которую вам сейчас бесплатно дают, эта випка, это только первая часть вот этой вот идеи. Точнее, даже не первая часть, а просто тест, как это вообще работает. Потом у Сани Эдика есть идея. А, кстати, не знаю, можно ли ее рассказывать или нет. Ладно, намекну. Я Сане говорил то, что нужны квесты для новичков, нужны награды за ежедневный вход, там, вплоть до 90 дней. Да, там, например, заходите каждый день 90 дней подряд, и также и получаете в конце какую-нибудь крутую награду, ну и каждый день награды все улучшаются, улучшаются, улучшаются. То же самое было с ежедневными квестами, предлагал Саня идею с ежедневными квестами, с еженедельными квестами на F4, на тестовом сервере у меня семьи нет, но все очень давно ждут ежедневные квесты для семей. То есть, короче, да, вот и вместе вот с этим Саня и хотел добавить, как бы это сказать, короче, за онлайн вам будут давать что-то, и это что-то вы сможете обменивать на что-то. Пока что вот эта концепция, я ее понял так, для того, чтобы прям супер жестко ее не заспойлерить, рассказал только так, отдаленно. Да, у меня стоковая ламба, но на самом деле вот эту вот херню с випкой очень сложно проверить, потому что летом очень сильно просел везде онлайн. Ну и как бы, если сравнивать с тем, что было, то Аризона обгоняла, смотрю, примерно на 100 человек онлайна, сейчас они держатся плюс-минус одинаково, но что-то сегодня на смотре меньше онлайна. Но это я так просто смотрю, типа сравниваю с другими серверами, то что онлайн просел везде. Вроде бы как бы прокнуло это, и если зайти на сервер, нажать tab, то там примерно 80%, ну может 70, может 60% игроков с випкой. То есть людям реально эта идея зашла, они отыгрывают, и на спин это никак не влияет. То есть там некоторые люди говорили, нахуй нам эта випка, лучше бы оставили спин. А так вы одновременно и спин, и випку фармите, типа ничего не изменилось. Также раз в сутки вы получаете спин, и также раз в сутки вы получаете випку. То есть ничего друг друга не заменило, так что не переживайте. А, ну еще из новостей, да, я с Саней общаюсь
достаточно часто, чуть ли не каждый день, и новую обнову он уже делает, прям сидит и делает. Ой, про новую обнову ничего говорить не буду, но там, ничего говорить не буду, сорян. Ну, как всегда, в рофл можно сказать то, что да, новая обнова будет пиздатая, как ни крути. Так, ламба у нас из БП. А, подождите, у нас же в БП получается Веном, FXXK, И получается Хеннесси Веном. Просто по поводу БП, да, логично то, что я его не буду проходить. Я его как бы купил, открыл там 10 левелов и посмотрел, сколько уровней можно пройти за день. В итоге, да, все 10 левелов я прошел за день. Видос у меня этот есть на канале. И понятно то, что я как бы ютубер, мне надо пилить кучу видеоряда, кучу видосов. И как бы БП я себе не могу позволить пройти. Поэтому я даже не знал, какие тачки есть в БП. Я думал, Феррари в БП. Но нет, если верить вот этой вот картинке, да, других тачек нет, если верить вот этой вот картинке, то там у нас Хеннесси посередине стоит, если я не ошибаюсь. Короче, но в любом случае, эта ламба есть в батл пассе. И, ну слушайте, вот с этим батл пассом, все, переходим, короче, к тачкам, мне кажется, невозможно проебаться. Ну вот эти вот три тачки, которые добавили, ну их просто невозможно сделать хуево. То есть, если это надо очень сильно постараться, чтобы все эти три тачки сделать хуёво, потому что все эти три тачки, ну, они просто обязаны ехать великолепно, они просто обязаны цениться. Максималка, кстати, у Ламбы 425, у Феррари тоже 425, у Феррари Рома 420, у Мерседеса, кстати, 285, нифига себе, и у Лексуса 285. Удивительно, ладно, 425, походу, и у Хеннесси будет максималка, что, ну, блин, ну, давайте, ну, хотя бы вот эти тачки будут ехать нормально, ну, пожалуйста, пора. Пора уже. 6,3 стоит двигатель, турбина 3,5, коробка 4,2. 17,5 миллионов вышла вся внутрянка. Внешки на нее, скорее всего, нет. Это надо очень постараться, чтобы на эту тачку была внешка. Да, кстати, тонер на ней уже хоть какой-то стоял. Винилка на ней, кстати, сразу же работает. Отлично. Она адаптирована под винилку. Винилов на нее, конечно же, предустановленных нет. Это логично, потому что зачем? У нас есть теперь просто система винилов. Блин, не, ну выглядит она что-то прям вообще прикольно, я что-то не ожидал. Прям очень нравится. Это вроде та же самая ламба, тот же самый хурик, тот же самый винтадор, но что-то прям вот очень хорошо сделал. Ну не считая жопы, хотя, кстати, три выхлопуки, 300 пока с каждой стороны, выглядит, ну, вроде прикольно, но что-то, короче, как-то хочется как будто пониже задний, ну, не знаю. Короче, все нравится, как всегда, кроме жопы. Жопа мне, наверное, только у Хурика и Авентадора нравится, особенно этот Авентадор в Либерти, Волки, вот это все, короче. И цвет я, наверное, оставлю, что-то мне понравился этот цвет. Диски, ну, интересно, какие же у меня будут диски на тачке? О, кстати, что-то они какие-то маленькие кажутся. Лям 650 у нас стоят диски, параметры колес, как будто колеса настроены, да, они как будто по ширине настроены, и подвеска как будто уже настроена. Видимо, это для превью делали, да, оно уже, короче, все настроено. Ну, то есть, Саня, скорее всего, на своем аккаунте там делал фоточки для батл пасса там. Кстати, да, она как раз вот в этом цвете стоит, с этими же дисками, в этом же тонере. Да, все, я, короче, узнал, Саня делал эти фоточки, и у меня крашнуло GTA, спасибо, блять. Так вот, да, в принципе, это тестовый сервер, тут не всегда все работает так же, как на... Сука, у меня сбросились настройки колес, ну ёб твою мать. Я же не применял, я только колеса поставил, а тюнинг колес я с ним... Куда я, блядь, из тачки-то вышел, нахуй? На себя пошел колеса, что ли, ставить? Дурында. Очень странный баг, ну ладно, короче, настрою заново. Ширина, наверное, так, развал передних, наверное, так, вынос. С выносом, кстати, все в порядке, как будто было, ладно, чуть-чуть поменьше на всякий случай. Кстати, у ламбы даже два места в багажнике, а не одно, вот это щедрость. Вы когда-нибудь видели такое? Блин, я надеюсь, у меня на тестовом сервере есть какая-нибудь тачка с нормальным чипом. По-моему, у меня были чипы вот эти вот с Ригеры, с i8, типа доработанные, плюс-минус, хуй его знает. То сейчас придется еще на основу заходить, чтобы чипет себе скинуть. Выключим ENB, поставим минималки и хотя бы в 150 FPS покатаемся, чтобы было понятно. Потому что я всегда тачки тестил на большом FPS-ике, блять, у меня еще трава включена. Вот теперь мне не нравится, как она выглядит. А решейд... Кстати, решейд без ENB... И на минималках, слушайте, вообще неплохо роляет в плане графона, прикиньте. Даже можно нормально... О, нихуя себе, ставьте решейд, я охуел. Он вообще нормально выглядит, даже на минималках. Ну, так, там такие себе, конечно, минималки, образно говоря. Так, что у меня ехало? На Римаке у меня нормальный чипец, точняк. Я надеюсь, чипы сейчас на тесте у нас работают. Что у нас? Да, это тот нормальный чипец, все отлично. Пусть это будет 1, 2, 3 у нас. Чипец сохранился, так, все, окей, ладно. А куда?
так, нет, на этой тачке нужно отдельно настраивать подвеску. Я что-то только что охуел с того, какая она, типа, сильно ходит ходуном и насколько тачка сама по себе тяжелая. Так, с чипом я что-то слишком сильно накосипорил. Какой-то он вообще не такой, тачка слишком, короче, валкая какая-то. Хотя, слушайте, тормоза и ускорение... Да, все, смотрите, нам тормоза и ускорение сделали нормальные. Я вот на этом трамплине, когда, короче... Ну, сейчас я вам даже покажу сравнение. Смотрите, я, короче, разгоняюсь 425 до этого трамплина. Я, кстати, могу разогнаться за такое количество времени 425. Нихуя себе! Смотрите, с чем я сравниваю. Берем... Кого? Ревуэлта берем, у которой, кстати, 415 максималка. А, да, я на ней даже 400 разогнаться не успел. И вы смотрите, я разогнался меньше 400. И насколько я уже дальше проехал. То есть в плане ускорения и торможения. Хотя чипец тот же самый, плюс-минус. Только наоборот еще настроенный, доработанный. Давайте, короче, чтоб не врать, вот этот же чипец, короче, поставлю. Ой, она еще хуже поехала. Да, слушайте, эту ламбу я прям пытался походу настроить. Да, она еще хуже поехала. Она вообще ехать перестала. Ёб твою мать. Короче, да. Вот, ламба, в принципе, ревуэлта прошлая, кринж, гимера. Давайте посмотрим на гимеру. 425 у нас максималка на ней. Такая же. А что, у нас гимеру пофиксили? Слушайте, она ехать на... Чего? А давно у нас гимеру пофиксили? Надо у Гула спросить, он же, блядь, максимальный задр гимеры там был. А ревуэлта что не пофиксили? Слушайте, гимера прям такая прям резкая, бодрая стала. Но нет, ну короче, вы видите, если вот так вот на отъебись просто сравнить с тем, что было, то эта ламба прям вообще очень хорошо едет. Ну, в плане, типа, ускорения торможения по управляемости, пока что я нихуя не понял, да и у меня какой-то чипец вообще ультра странный для проверки управляемости, но ускорение торможения прям имба. Я въебываюсь постоянно, потому что я просто на спидометр смотрю, не обращайте внимания. Да, 425 она вообще изи разгоняется. И, кстати, зацепа у нее достаточно много, у меня просто реально какие-то проблемы с зацепом, о, с этим, с подвеской. Смотрите, как она вруливается, короче, в повороты, особенно если ее не подкидывает. Если она нормально едет, то она прям очень хорошо вруливается в повороты. Не, ну опять же, я говорю, сейчас я не удивлен то, что эти тачки сделали пиздато, потому что, ну пора. И как бы с этими тачками, ну просто невозможно проебаться. Че у меня, 4.05, 2.5, ну слушайте, должно было быть. Во, сделал подвеску пожестче, подзажал ее. Она, кстати, меньше подпрыгивает. О, нихуя. Я в прошлый раз куда-то вот сюда вообще уехал. Еще и тачка подпрыгивать, короче, меньше стала. Хотя я вообще, типа, чип только что один параметр изменил и все. Бля, не, она очень хорошо вруливается. Я не ожидал то, что заеду, хотя мне пришлось в итоге даже кнопку поворота отпустить. Но с Сианом она, конечно, все равно не сравнится. У меня, по-моему, есть Сиан на пиздатом чипе здесь на тестовом сервере, на котором я там рекорд, короче, поставил движок и сказал, попробуйте побить этот рекорд. Кстати, один чел, по-моему, приехал... На такое же время, только правда он это сделал на Сиане. Я-то говорил то, что Сиан имба, и Сиан никто в принципе не обгонит на сервере. Даже Максим на Мистрале не смог обогнать Сиан, как бы странно это ни звучало, мой рекорд поставить на движках. А чел скидывает на Сиане. Я говорю, ну я ж так и... Ой, блядь. Я ж так и говорил то, что Сиан имба. Нет, слушайте, на большой скорости, короче, можно его еще апнуть. Хотя все равно неплохо проезжал повороты. Давайте еще раз проеду. Ну, типа, я как-то настроил подвеску, то, что на маленькой скорости меня хочет развернуть, а вот на большой скорости как-то недостаточно управляемости, хотя... Зацепа, как вы видите, достаточно, ее еще не сносит. Если тачку не сносит в повороте и не сносит на кочках, значит ей можно еще улучшать управляемость. Можно еще попробовать подвеску зажать, мне все равно она кажется какой-то сильно мягкой. Да, она короче, не едет в поворот так, как должна ехать, она постоянно туды-сюды, туды-сюды, у нее перед, короче, постоянно виляет. Значит, где-то я точно с настрами проебался, и кочки она не глотает. Ладно, поехали на змейку. И, короче, у нее аэродинамики мало. Я вот сейчас... Я просто помню, как я на i8... Ну ладно, i8 слишком имба. Но я помню, как я на i8 проезжал эти повороты. И на этой тачке меня гораздо сильнее, короче, подкидывает, чем на этой i8. 330, кстати, я заезжал в этот поворот без проблем. Ну, хотя нет, там так-то прям я супер жестко траекторию вымерял. Но мне кажется, как i8, в этот поворот она бы точно смогла заехать. О, видите, короче, обратите внимание, я все это время нажимал кнопку поворота влево, и она, короче, то поворачивает, то не поворачивает. На что это указывает? На то, что у нас криворучка за рулем, блядь, который не смог нормально настроить чипец. Я хуй знаю, я не настолько сильно разбираюсь в настройках машины,
в реальной жизни. Хотя, если вот так вот ехать, вилять, то она прям вообще хорошо себя чувствует на дороге. То есть шашковать на ней, это, кстати, под газом. Без газа она прям вообще хорошо рулится. И я пытаюсь, короче, сделать так, чтобы меня снесло. Вот, с газом, без газа, не получается, нет. То есть можно, да, еще управляемость ей получше все-таки делать. Ну, типа 400, но я въебался. Так, ладно, давайте в эту сторону посмотрим. Короче, тачка из-за того, что не упирается в максималку под газом, она перестает, короче, рулиться, потому что начинает жестко ускоряться. У нее реально много очень ускорения, прям реально очень много. Ну, я думаю, вы сами видите. Она что-то вообще как ебанутая ускоряется. Ну, короче, при том, что я проебался, заехал не супер идеально. Короче, на 400... она точно сможет проехать эту змейку, а если будет какой-нибудь чел, который нормально настраивает автомобили, а не так, как я в данный момент, то на максималке 100% эту змейку проехать можно. Потенциал у тачки точно есть. Сюда, типа, без проблем 425 на максималке заехал по идиотской траектории, по какой-то. Короче, ладно. С этой тачкой все хорошо. Вот FXXK должна еще лучше ехать. Ну вот мне так кажется, вот просто моя душа хочет, чтобы... FXXK Фера ехала еще лучше. А вот насчет Ромы, вот Рома, мне кажется, будет ехать хуево. Как-то она, знаете, даже выглядит как Bugatti Atlantic, что ли. Мне кажется, она почему-то ехать будет. Ну как-то она не внушает доверия, короче, своей внешкой в плане скорости. Хотя это из кейса, блин, написано же. И 420 максималка, у сука. Короче, потом посмотрим, все протестим. Всех люблю, всем спасибо, то, что смотрели. И всем пока.